Одним из мероприятий праздничной программы станет скандинавская ходьба по Кировски. 29 октября в 16 часов состоится массовый старт. Приглашаются все желающие. А их наверняка найдется немало, ведь этот вид спорта стал очень популярным в Кирово-Апатитском районе. Скандинавская ходьба – это прогулка на свежем воздухе с парой специальных модифицированных палок. Кстати, очень важно правильно их подобрать. Лыжные не подойдут. Мы берем палочку за рукояточку, и прямой угол у нас образует рука. Значит, ходить как на лыжах. Каждый, наверное, умеет ходить на лыжах, да? Правая рука, левая нога, с пяточки на носочек мы идем. Значит, и отталкиваемся палочкой. Обязательно должен работать плечевой пояс у нас, да? Плечевой пояс работает обязательно. Когда мы идем просто без палочек, у нас работают только мышцы ног. Когда мы идем с палочками, у нас работает плечевой пояс, у нас идет профилактика остеохондроза, шейного, грудного, то, что нам очень полезно. Инструктор Любовь Яблокова не первый год проводит такие занятия. У отдыхающих санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвас» они пользуются большой популярностью. Я занимаюсь лыжами дома у себя, хожу, лыжня зовет, участвую в этом конкурсе. Люблю лыжи, просто люблю. А это то же самое, что ходьба, что на лыжах ходить. Я каждый год здесь отдыхаю и всегда этим спортом занимаюсь. И дома, когда вне профилактории, я тоже занимаюсь ходьбой. Мне нравится, это прибавляет мне здоровья, мне легче дышится и поднимает настроение. Скандинавская ходьба повышает выносливость, укрепляет суставы, помогает снизить вес, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. При этом не требует специальной подготовки. Любой спорт – это путь к здоровью. 29 октября на центральной площади Кировска в 16 часов состоится массовый старт «Скандинавская ходьба по-кировски». Приходите и участвуйте. Свой инвентарь приветствуется. Самых активных ждут призы.